Ебать, ебать, аж на жопу присел. Телефон выключился. Я, короче, категории такой стал мустить, блядь. Пропадет, не пропадет видео. Ну все, обычно, когда выключается, последнее видео не сохраняет. А еще если длинное видео, то у меня долго монтирует компьютер. Я только заказал SSD-шнику, SSD-шку в Китае на AliExpress. Я ее буду... Ну, заказал, короче, не того названия, чтобы, блядь, отбить у нее деньги. Есть такой способ, нахуй. Понимаете? Тоже, блядь, мышление какое? Не, блядь, этого человека. Не который, блядь, дохуя зарабатывает. Да, я могу купить себе, блядь, масло. Какое кунжутовое. За 300 баночку, да? Ну, сука, вот тут экономишь на этом. Бывает, пакет дури, блядь, покупаешь, нахуй, за 2-3 рубля, блядь. А тут 3 рубля, блядь, нахуй, зажал, блядь, китайцу, нахуй, за хороший ноутбук, блядь. Сидел, тратил время, блядь, выбирал какой-нибудь, блядь, не с тем названием, чтобы потом подать на него на спор, что, блядь, подделка. Пиздец. И вот так каждый раз мы выбираем, что есть, что внутри нас, да, что внутри тела иллюзии. Мы выбираем, что внутри головы, и строится весь окружающий мир. Вот. То есть мы вытягиваем по течению времени свою реальность. Поэтому, друзья, вытягивайте то, что кайфово вам. А мне нравится вещать, это первое. Когда я говорю, я, ну, как на бумагу записываю. На бумагу записывать, кстати, записывайте, блядь, свои мысли, потому что они у вас... А то, что надо делать, надо делать. А я сейчас понял прямую... Зависимость, например, того же Инстаграма, то есть, ну, за который я зарабатывал деньги. Мне было сложно не зарабатывать деньги. Самолет включил режим. Не зарабатывать деньги было, а было сложно сосредоточить внимание на этом моменте. То есть оплатить прокси, проплатить сервак, пролезть, посмотреть, что идет отписка-подписка, позвонить, и поздороваться, пообщаться с хорошим человеком. Это ничего сложного. Просто в тот момент, когда я сажусь, я начинаю... Туда-сюда, меня размыливать начинает. Вот это сложность, наверное, которая касается всех. Так если вы это улучшите, вы улучшите качество жизни. Это как останавливать внутренний диалог. То есть если вы учитесь останавливать внутренний диалог, значит вы хоть что учитесь. Учитесь хоть чему, но учитесь этому систематически и регулярно. Фух, люблю вас, друзья. Не знаю, как долго будет монтироваться видео еще на старом компике. Вот. Честно скажу, мне надо дохуя денег. И чем больше их будет, тем больше они пойдут на развитие канала. Мне нужен стабилизатор, мне нужен камера. Показать камеру, на какую я снимаю. А, опять же зарядки снял. Вы охуеете, посмотрите, какой он разбитый. А сзади такая же хуйня, просто вот с вот этой вот кружочком, который снимает, он тоже разбит. И, сука, когда свет светит, блик сразу ловится. Понимаете, вот такой вот у меня, блядь, к Xiaomi расхуяли. Камеру квадрик. Куртку заказал сейчас. Нормальный рюкзак не нашел. Кроссовки, вы не поверите. Это пиздец, я ухайдокал. Это свои последние кроссовки. Предпоследние это кеды, блядь, в которых я в Москве за 300, блядь, гонял. Это полный пиздец. И не то, чтобы мне, как бы я жалуюсь или себя жалко, но... Хуй знает, бывает, мы не замечаем эти вещи. Я вчера иду и такой думаю, блядь, а что, если я настолько не уважаю, что у меня реально-то обувь-то неудобная, нахуй. Что, ну, уже уставшая. То есть я как бы, ну, витком-то не, как бы вроде не стремаюсь, хотя, блядь, тоже там носить нечего. Но как-то, зачем? Почему? Ну, ты сделай себе это и дальше не гонись. Как бы, ну, ты дорожи то, что есть. А я просто дорожу, ну, например, своей зарядкой на 2 ампера. Там, не знаю, еще чем-то. Там. Медочек вон пью, орехов. То есть мы радуем себя для того, чтобы в нашей голове были мысли радостные. Ладно, я вот когда с вами разговариваю, стараюсь, так сказать, в поток и прям просто буром, да, переть. На самом деле я немножко такой поспокойнее стал. Поспокойнее. Но, говорю, в данный момент у меня все перестройка в том, что я живу, да, в хорошей, вообще вот отдыхать сюда приезжайте, но я живу тепло, но без воды и без жрачки. То есть сыроедам, конечно же, пофигу, но мне еще надо работать, работать физически, а там, ну, честно, блядь, получается, надо забывать что все свое. То есть я много чего знаю, а тут, ну, как бы немножко делать по-другому. И мы с людьми разрушаемся, кто мной командует.
кем я командую, под чем я руководством делаю. Для меня идти наверх, это, блядь, туда идти наверх. Идти наверх и вправо, это, немножко идти наверх и вправо. То есть, и, блядь, вот. Да и нет в этом света, сколько можно денег на зарабатывать. То есть, я уже заработал, у меня в данный момент 5000 на карте, и вот вторую неделю работаю по 1300 за сутки. Плюс проживание. Хочу сказать, что, ребят, давайте проживание, если хотите, свет намотало, или что, сколько там, давайте высчитаем. То есть, я не против. Друзья, и живем. Вот такой лайфхак, такое вот открытие, такая вот видюшечка. Че, лайк, подписка. Много чего снимаю. Например, у меня Google диск пропал. Я на нем был. Стал у меня безлимитный. Я специально купил этот телефон. А1 Xiaomi. Если хотите, купите, на него можно установить прошивку, и Google становится безлимитным. Но зарегившись на Твиттере и на Фейсбуке с этого аккаунта, мне что-то блокирнули. И весь 18-й год с июля месяца я скидывал на комп и заливал туда. И весь он там, все там походы, что были по Крыму. До сыроического лагеря, до сентября. И сентябрь тоже туда попал. Просто ничего нету, нахуй. Я не знаю, я думаю, может, чудо произойдет, а откроют они. Когда откроют, я им пишу апелляцию. Вы нарушили правила, и просто талмуд этот, нахуй, скидывают. Изучайте сами, смотрите, что вы, блядь, нарушили. Нихуя вы интересно. Я говорю, вы мне пальцем ткните, вы, блядь, дайте там фотки рождения дочки, отец бати, смерть бати, что. Дайте посмотреть-то, блядь, свое забрать. Пидоры жмутся. Сейчас, по идее, на телефоне телефон переустановленный, а там безлимитка осталась. Поэтому, если кому-то нужен, тоже не знаю. Безлимитные диски есть на Яндекс.Диске. С телефона устанавливаешь, и он тогда безлимитно скачивает. Все это хуйня, друзья. Если вам суждено получить по ебалу, вы по нему получите. Так что, верьте просто в чудеса, нахуй. И живите, как жили, нахуй. Или живите намного лучше, никак не хуже, хорош уже, пердеть и загаживать, нахуй, весь этот гребаный мир. Такие вот дела, друзья, такие вот рассуждения. И стариков хочется свозить, успеть отдохнуть. И, видно, не мне одному хочется. Многие сейчас, я вижу, как, есть жертвы системы, которые, они, да что на других, нахуй, равняешься? У нас речь идет о конкретной ситуации, нахуй, о конкретных человеках, Не все, понимаешь, себя отождествляют, в этом мире еще. В первую очередь важно осуществлять себя живым человеком, чтобы вступать в права с другими живыми людьми. А если это тело овощ ебаный, то ты ходишь и подписываешь просто, всякие прививки в больнице, не читая их, нахуй. А там всяким третьим лицам твою информацию передают. Кто их, нахуй, что за, блокбастерный такой компьютер, собирает? И что они мне могут сделать, нахуй? Хуй его знает. От силы они могут забрать меня, но санкций оттуда нету, нахуй. Я хожу под Богом, Поэтому я могу делать, нахуй, что захочу, вещать, что захочу, нахуй. Это чувство у меня было еще, нахуй, в детстве. Потом я получил просто пизды, толпой меня отпиздили. А как получилось, короче? Вроде лошили одного, и я, пацанят так знаю, так что-то... лошили? Там, разборка была, и, он там не прав. То есть ему объясняют, я такой к правым подошел, постоял там, мы с пацаном на друга поулыбались. А потом кого пиздили, он то ли меня ему стало обидно, что я это видел, понимаете? Мы еще почему людей гнобим? Потому что когда они видят, как нам хуёво, хочется, чтобы ему тоже было хуёво. У меня сейчас настройки такой же, уже скажу, как есть. Одной мадам просто, хуёво живётся, и она, сказала, увидела, что мне лучше, естественно, чужой человек пришел в твою квартиру, жить, нахуй. Строитель, нахуй он тебе нужен. Сразу его нахуй выгнать. Суть в том, что зачем? Не живите судьбами других людей. И этот чувак, он потом поймал меня и спрашивает такое. Говорит, а за тебя этот пойдет? Я говорю, конечно, пойдет. Говорит, нахуярит. И он к тому быстрее, нахуй, жопу лизать. Он сказал, что ты за него пойдешь, а ты это, главарь, нахуй, толпы, ебать. Они меня в толпу поймали, нахуй, запинали. Говорят, ты че, ебать, ебасос, что ли, нахуй? И каждый раз, нахуй, потом еще два раза ловили, и затаптывали. Нихуя меня жизнь прокатила. А в тот момент, когда я родился, я понял, что всего в жизни добиться это, так легко, что я даже, нахуй, это так сильно быстро-то и делать не буду. Я буду шмалью ебашить. Я на тот момент решил. Я это понял. Еще тогда маленьким мальчиком,
ну, насколько маленьким это уже было. Я просто вспоминаю хату. Это была Лакина хата. Это был класс 8, мы уже ухуярили. Я смотрел про космические эти, там, Discovery, РЕН-ТВ. Вот, кстати, кто, ребят, пишет, нахуй, в эти комментарии, что вы там курите. Мы курили, мы сейчас уже не курим. А РЕН-ТВ, любимый канал, да, смотрели, начинали с этого. Когда других источников информации не было, нахуй. А сейчас все, пиздец, прямой поток, нахуй, хуярит прям через голову и жопу, нахуй, и ноги, блядь. Везде хуярит, прям хуй стоит, башка не варит, нахуй. А вот, что хотел сказать-то? И что вот они меня отпиздили, и тогда я стал скромнее. Меня жизнь сделала скромнее, я понял, что, ага, блядь, есть в этой жизни сила, которая мне даст пизды. Вот. Ну, может дать. Но это всего лишь-то вот этой оболочки. Сейчас-то у меня нет сомнений. Я допомню, как я, блядь, начальником работал на разных фабриках, заводах, нахуй. Когда я, блядь, с правдой иду, когда я за собой не чувствую, я только тогда пробую. Если я в тени приуткнулся, как, например, сейчас, то я чувствую, что я делаю не то, что мне по душе. Я занимаюсь строительством, я зарабатываю бабки для того, чтобы вам дальше вещать. А вот вещать мне по душе. Рассказывать, ну, книги, рассказывать о жизни, рассказывать то, что я вижу, это да для меня. А вот это хуйня. И вот хуйню я не вот всем видно так устроены, понимаете? Опять я хоп, себя в систему, да, подрезал. Но понимаете, как я системы-то касаюсь? Я и касаюсь только. Я не залазю туда с головы, как вы, блядь. Из системы совсем нельзя выйти, блядь. Есть время, пространство, все, блядь. Сидишь, нахуй, здесь и кайфуешь. Или споришь с другими, нахуй, кайфовать тебе или нет. Вот. Первый момент, короче. И второй момент, короче, в жизни у меня тоже хочу сразу высказать, раз такое эмоциональное видео получилось. Второй раз, короче, в институте. Я сдал институт за инженерную графику, за корефана, за одноклассника своего. Вот, за короткие копеечки, за маленькие. Потому что, блядь, мне самому это было интересно. Просто посменилась училка, я зачетка пришел на одну подготовку, вторую, и третья уже был зачет. Ну, так я вижу, вы на пятерку тянете. Я говорю, да ладно, блядь, говорю, мне тройки хватит. А или четверку она поставила, какую-то тройку. Вот, это был Ингасу, Сибстрин, Новосибирский, блядь, филиал из Искитимский, нахуй. Я 3 курса с 2 четверками окончил, нахуй. Четвертый я так забухал, ебать. Энергетики эти, ягуары, блядь. И косяки, нахуй. И, короче, в тот момент, вот реально говорю, ягуары тоже меняют, пиздец, меняют прямо там в параличе, в коды ДНК, нахуй. А как я понимаю, в коде ДНК, что? Это твои возможности на следующую жизнь, понимаешь? Тоже. Бог не просто так вот пух и поделился, как я сказал, да, в начале. Все оно так, но когда ты помираешь, именно у твоего кластера, то есть у твоего кластера и его большого, появляются баллы, появляются бонусы, появляются какие-то эти. Да, ты свет, ты видишь все, но возможности сюда поиграть у тебя ограничены, получается. И вот, ну, туда что-то добавляется, что-то отнимается, и вот так фух-фух-фух-фух циркулирует. Сплошная энергия. Вдох-выдох, вдох-выдох. Как, друзья, понравилось? Вот. Постараюсь рассказывать не так комкано. Постараюсь. Да мне, понимаете, мне и другого не остается, блядь. Моя жизнь кино. Я теперь играю кино актера охуенного. Что захочу, то и буду вещать. Я думаю это в последний момент, нахуй. А что не подумают? Не то, что мне похуй, что вы подумаете. По сути, будут. Я радуюсь хейтерам. Я смотрю, кто-нибудь пишет, блядь, хуйню какую-то. О, здорово! Почему? Да потому что, значит, задумывать. Просто я-то веду не вниз. Я веду к осознанке. А почему, для чего я это делаю? Просто мне нравится. Понимаете, если это делать с целью реально привести людей, то ты окараешь. Я результат на волю Бога оставляю. Понимаете, в чем фишка? Я это делаю, потому что я в этом реализуюсь. Мне это нравится. Все. Это единственный нюанс, который в любом деле есть. То есть, если ты занимаешься этим, занимался бы, если бы тебе за это не платили деньги, ты нашел себя. Ты счастливый человек. Ищите все такое занятие. Ищите то, что вам будет по кайфу, по приколу делать. Есть такие занятия. И мы бы вообще все могли быть вообще в изобилии счастливы ходить, прямо в натуре, вот все сука рэперы, каждый в себе уверенный. Но просто ваше системное, вот это массовое создание, что мы нищеброды, блядь, оно побеждает, вы, блядь, все нищеброды, и меня нахуй туда затащили. Я нихуя не нищеброд, ебать. Я вообще красавчик, ебать.
не лайк, подписка, нахуй. И вот. Смотри остальные все видео, блядь. Комментируй везде, какой я охуенный. Все, давай, пока.